все ноги. Ну, здесь вообще такая красота, как будто не настоящая. Один, два, три, четыре. Всем привет! Сегодня у нас последний день в Анапе. Нам не хочется уезжать, а завтра мы возвращаемся в Сочи. И там продолжим свой отдых. Мы с девчонками идем шопиться. Хотим купить какие-нибудь футболочки на память. Наша любимая кафешка. Шашлычки. Здесь мы вот вино покупали, но оно не очень нам понравилось, как магазинное. В сторону, кстати, пляж это называется Рябинушка. И вот пока идешь к пляжу, здесь всяко разное. Сейчас мы будем смотреть. И красивые браслетики с именами. Да, сильнее. Качаем. Смотри, еще какие футболки вот там есть. Смотри, Ника, давай тебе какую-нибудь купим, ну, вот коротенькую. Смотри, вот те, ну, буквы А. Вот наши покупочки. Девчонка обновили гардероб. Футболочка. Штанишки. Штанишки. Кстати, какие твои, у тебя толстые штанишки, может быть жарко. Сегодня на улице жарища. Футболочка. Жалко, что здесь не буква В, да, была бы В, Вероника. Наверное, какой-то это фирменный знак. Тоже ты штанички у тебя. А вот это мое, да? Угу. Классная, классная футболочка. Ничего, только, наверное, может еще быть какие-то тех. Штуки я только увидела. Как тебе? Прикольно, да? Хорошо, цвет лучше. Я пошла. Они мне великоваты опять, мне было просто нечего. Да, я купила себе еще вот эти. Меня обобрали. Не входите. Лишь до нитки обобрали, так что не рассчитывайте на сдачу. Еще браслет с именем. Покажите браслетики. Вероника. Веронику маленькую. Все, короче, не входите. Все, короче, хорошо. У меня вот штанишки, леггинсы. Девчонки у нас в обновке. Чудесная погода, чудесный день. Сейчас зайдем в столовую. Уже заказали себе покушать. Ждем папу, там за Леночкой пошел. Или вот такое же. Любое блюдо, посмотри, какой это вышел. А? Что с подливкой? А что ты не ешь с подливкой? Марина, если взяла, значит ешь все полностью. Почему? Ну, да потому что. А вот это что ты взял такое тогда? Это рыба тебе. Ты меня взял? Я говорю, я не буду есть. Давай. Потому что я накрашена. Что не знаю. Я не собиралась есть. Я накрасилась на фотосессию. Ну, Леш, зачем ты взял? Я ж худею. Худеюшка с вами. Не хотела я кушать, заказала себе только вот такой дикий салатик, но все равно муж мне купил рыбу. Муж все-таки хочет меня откормить. Сколько получилось, Леш? 800 рублей. 800 рублей, кстати, это самое дешевое. Да, самое дешевое. По всем, что мы ели. Ну, Ники, только оливьешку. На,
у Марины аппетитная картошечка. А у Леши аппетитный тоже там. У меня одни супчики. Ты подумал, ты, Марина, сказал, я думал, это жаркое. Тоже вкусненько. А я как увидел его, что он как... Надо Марине, то суп предложи. Тогда вот, это жаркое, пусть есть. А там что за суп? А это овощной суп. Супка тоже любима. Приятного нам аппетита. Вот мы покушали, сейчас погуляем по нашим родным улицам, по которым мы гуляли 7 лет назад. Здесь уже изменилось кое-что. Вот где мы идем, раньше было такое просторное место, и здесь девчонки катались на машинках. Вон, кстати, все машинки стоят, но здесь никаких телефонов нет. Мультяшки там какие-то стоят. Ой, а здесь есть эти самые? Какой-то черный мак здесь. Чача есть. Чары Диониса. Мы оставались вином. Немножко взяли. Я стала пробовать, я не особо разбираюсь, они для меня все горькие. Один, какая-то настойка была вишневая, ничего, так я взяла. А раньше здесь, по-моему, вода лилась, да? Здесь раньше вода была. Лёш, здесь же раньше вода была, смотри, уже ничего нет. Слушай, там, где мост, рыб нету, да? Ну, всё-таки изменилось здесь, да, вот это всё? Единственное, что здесь осталось, это фото, еда вкусная. Вкусняшность на каждом шагу. Смотрите, сколько шашлыков, целая куча. Кафе «Сказка». Мы уже покушали, нам кафешки не очень-то нужны. Смотри, здесь воды нет, Леш. А 7 лет назад здесь все это, везде вода стекала, красиво было. Вот видите, слоника. Лёш, все где-то. Короче, здесь воды нет теперь. Если я найду фотографии, то приложу. А здесь что-то чинят. Короче, здесь ремонт идет. Я хотела девчонок сфотографировать, обновить фотографии. Но нет, к сожалению. Тоже флаги вот здесь. Вот цены это. Гулливер. Тут и было. Только шестак. А не пьет. Марина тут и танцевала. Сколько повторюсь. Да, вот здесь Марина потанцевала. Вот здесь мы прям туда забежали, прыгали вокруг шестая этого. Маленькие когда были. Где-то еще видео должно быть. Надо найти. Я вроде бы помню. Помнишь? А? Мы несколько раз здесь тоже проходили. Сейчас идем на пляж Фея. Мы гуляли по Пионерскому проспекту, и вот увидели какой-то пляж Фея. Тоже зайдем. Я думаю, они здесь все одинаковые, конечно, эти пляжи. Но мы шли прямо, а потом решили свернуть к пляжу. У нас более уютная улочка, где мы ходим, да? Какая-то пустая здесь. Ого, смотри, Марина, какой песок. Thank you.
что-то ветер поднялся, туши фонарь. Долго мы гуляли слишком. Здесь просто какие-то пески, Лёш. Здесь подниматься. Лёш, прям начинайте гребсти. Здесь, по-моему, дорожек никаких нет. Там огорожено. Там огорожено, вот там, значит. Точки вон там есть. Что-то... Так огорожено лентами что-то. Огорожено наверх. Ну ладно, давайте. Вот мимо пансионата Фея идем. Здесь мы раньше не ходили. А, не, все культурно, все культурно. Здесь написано пляж от санатория какого-то. Да, так мы идем на наш пляж. Какой-то пустыня оказалась. Песков вас фоткаем. Девчонки, встаньте сюда. Все ноги просто. Спасибо, мам. Это снимай нас. Снимай нас. Мама, я все обидела, что тебе. Все штаны белые. Это же начало. Мы уже дошли до нашего пляжа, Рябинушка. Гуляли вдоль берега. Здесь уже вечереет. Да, мы сегодня в последний день в Анапе, в 5 утра, перебираемся в Сочи. Грустно расставаться. Смотри, какие всякие разные орешки. Тут тоже что-то сразу интересное, колбас. Смотри, что здесь сидит это. Мы сюда не ходили, Леша. Как рыночек какой-то. Как хорошо я сумочку купила. Да.
твой дом. Ночи долгие и нет света днем. Я всегда тебе скажу шалом. Шалом, мой друг, шалом. По разным дорогам идем. Шалом, мой друг, шалом. Может, здесь без нас живем. Шалом, мой друг, шалом. А это вообще в форме сердечка. Какая красота. Мы сейчас идем в гостиницу или это отель. Это, наверное, гостевой дом. Гостевой дом, да? Да, Анапский дюн, в котором мы отдыхали. Когда мы отдыхали? Ой, давно. Лохматый. Да, вообще, лет 10 назад. 15. Да, это такой небольшой домик. Сейчас мы пройдемся, посмотрим, что изменилось. Что там изменилось. Кстати, я не помню, кто это было здесь, нет? Было. Я только помню, что был затоп, который до сих пор так и остался. Посмотрим, какая детская площадка. Детской площадки я не помню. Только не погода. Вот этой горки я не помню, была она, не была. Это все Алина, это, видимо, сама А, надо там загуглить, наверное, дорого стоит. А с другой стороны, столько народа, все занято, смотри. Он идет. Ничего, такое прикольное, надо загуглить, сколько стоят номера. Ну, вообще, средняя цена номеров здесь сколько? 3500 средняя, да? Здесь как потопы были, так и остались. Здесь даже не пройти. Ой, фу-фу. Ой, здесь вообще слякоть. Мать, здесь вообще слякоть, Леш. Ну, вообще, посмотри. Хоть бы написали жалобу куда-нибудь. Ну, надо. А то на нас не реагируют, наши подыхают. Все, я не прыгну так, я там пойду. Надеюсь, сигнализация не сработает. Женщина какая-то кричит. Напишите жалобу куда-нибудь, а то на жителей не реагируют. Господи, надо же, с дорогой ничего не изменилось, Лёш. Да, вот наш поворотик. Напиши жалобу, чувствую жалобу. Мы уже уезжаем, ты хотела крикнуть, мы уже уезжаем. Где здесь груши? А груши еще не выросли, да, наверное? Когда мы туда приезжали, груши висели огромные здесь. Последний раз мы приезжали, вот уже выросли. О, смотри, здесь уже смотри, как все развернулось. Не было здесь. А здесь не было такого раньше. Так, мама внизу. Вот тут розы, хочет розы. Вот эти груши, они еще не выросли. Если найду фотографии, я приложу фотографии. Я Марину фотографировала, когда здесь уже огромные груши, красивые. У всех розы. Леш, у всех розы вообще, какая красота. Вот этот уже шишевый застекленный лестница. Вот наш балкон на втором этаже. Какие это красивые розы, цветочки. Тоже груши, видимо. Розы, везде розы. Тут больше даже на пионы похоже. Так раскрылись широко. Вот, в этой гостинице мы жили. Извините, гостевой вот дом. Наш балкончик. Да, наши балкончики. Смотри, там теперь шатер стоит. Проезд курортный 47. Теперь я не забуду адрес. А то мы тогда гуглили, найти не могли адрес. Лесенка. Как красивые цветы везде. Ну да, давай около этих цветов меня сфотографируешь.
люблю. Здесь вообще такая красота, как будто не настоящая. Район это называется, по которому гуляем, Джемете. Это розовое, что-то там, гостиница, розовое все. Как же они цветут, эти у них розы, это глаза оставят. Интересно, сколько они цветут по времени? Все розы, все и все. Да. Интересно это, сколько они цветут, какой период времени. Они будут. Мы даже название не знаем. Розы, да, розы кустовые. Это куст, не цветы, а это кусты. Давай посмотрим, там ничего нету в углу. Господи. Здесь на скорости. Я помню, что мы здесь на чем-то фотографировались тогда. Какие цветы были, но сейчас я не помню. Мы как-то ходили за угол, какой-то красивый куст был. Хотим отовариться, халвичка, что-то никого нет здесь. Всякая вкуснота продается. Подарок. Да, там халва. Сейчас, наверное, халву купим маме. Ан, пойдем. Она довернется, она пошла. Не надо сутучить. Пойдем, Леша. Купили детям вкусняшек. Это пряники. Солнышко, очень мягкие. Одна штучка 100 рублей. Девчонками решились, бассейн. Думаю, если за все заплачено, надо развлекаться на полную катушку. Что, мамон? А там они снимают, мама, они снимают. Смотри. Видишь, что ты здесь снял? Может, снять чуланин, да? Идем. Есть, они. Первая пошла. Холодная вода, Марина? Нет, теплая. Теплая. Вот тут. Это ты уже стоишь? Да.
Может, тебе этот круг спасательный? Тебе дать круг, Вероника? Круг дать? Я дна не чувствую, где дно. Я достаю кончик. Дна нету. Я кончик не пальцами достаю. О, я достал. Кончиками пальца достаю до дна. Я что, не прыгай. Ника по бортику. Ну и хорошо. Я кончики по пальцами только достаю. Мы в бассейне. Вот так не глотайте. Ника, помахай ручкой. Где там папа на балконе? Нету папы? Подальше от меня, тут у меня это... Я могу под водой смотреть. Ну, Ника, ничего, ты вроде плаваешь, да? Вот же, значит, в школе научили плавать. Держи, 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 держи. Не глотай, Ника, фу, не глотай. Лучше за бортик держи. Один. Хорошо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, а сколько надо? Ну, может, они быстрее считают. Я же не знаю, сколько считают. Смотри, Марин. Ой, может, я не с той скоростью считаю. Марин. Марин, Марин. Хлорка, не помню с чем. Ника, вот так. Я что-то так и пыталась. Дай, дай. Останови. Марин, не надо, ты меня пугаешь своими занырами. Я не умею плавать, надо. Не надо нырять, как она ныряет. Марин, ну что, может, домой пойдем? Господи, что это? Когда?
Никогда не пойду. Раз, два, три. Мам, теперь меня. Пока. Молодец, теперь Марина. Молодцы. А у нас 10 часов вечера. Я сейчас буду пробовать такое блюдо, как гуро. Как? Гуро. Разве? А, так, с лицом надо нам с лицом? Я сейчас буду пробовать такое, не знаю, блюдо, не блюдо, как гуро. Почти, так, почти то же самое, что шаверма, только здесь еще картошка фри и завернута в какую-то лепешку. Там, вот, если посмотреть, там лепеха. Какой кусать, я не знаю. Вот. Хорошо, кусается. Смотрите. Булочка мягенькая, надо же, я думаю, как резина будет. Нет, вкусненько. Нет, вкусно. Мягко, вкусно. Мы рады. Приятного нам аппетита.